Привет, меня зовут Касаткина Дарья, и я научный сотрудник лаборатории городского благополучия и здоровья научно-исследовательского института урбанистики и глобального образования. И сегодня я хочу представить вам цикл видео, который мы запускаем, и он посвящен негативным чувствам в жизни и работе. Почему мы считаем важной эту тему, особенно для педагогов? Потому что мы с вами сами прекрасно знаем, насколько профессия педагога стрессовая и ответственная одновременно. С одной стороны, нам все время приходится балансировать между учениками, родителями, администрацией школы, коллегами-учителями. С другой стороны, у нас реально много настоящей ответственности. Мы отвечаем за своих учеников, за их безопасность и за их благополучие. Мы отвечаем за качество знаний, которые передаем им. Кроме того, у нас действительно много разных других задач и отчетности. И на собственном опыте мы видим, как это важно быть собранными, спокойными и позитивными, потому что именно тогда мы можем вовлечь ребят в занятия, мы можем спокойно разрешить острую ситуацию с родителями, и мы можем аргументированно отстоять свою позицию перед руководством. Но мы с вами также знаем, что довольно сложно продолжать качественно выполнять свою работу, будучи уставшими, напряженными или беспокоясь о собственных проблемах. Негативные чувства являются неотъемлемой частью нашей жизни, но нам не всегда хочется с ними сталкиваться. С одной стороны, потому что это тяжело и неприятно, а с другой стороны, потому что мы не всегда знаем, как правильно с ними обращаться, ведь в открытых источниках гораздо больше информации о том, как все время оставаться позитивными или выходить из зоны комфорта, но довольно мало информации о том, как правильно грустить или безопасно выражать свою злость. Мы пытаемся использовать другой подход, потому что знаем, что у всего, даже у самого негативного и тяжелого, есть свой позитивный ресурс. И в отношении негативных чувств мы хотим рассказать вам, для чего они нам нужны, чем они могут быть нам полезны и как благодаря этим чувствам мы можем изменить свою жизнь к лучшему. Наш цикл будет состоять из 9 видео по теме «Страхи, агрессия, зависть, ревность, стыд, обида, недовольство, грусть и эмоциональное выгорание». И в каждом из видео мы постараемся вместе с вами рассмотреть, для чего нам нужно это чувство, чем оно может быть нам полезно. Что нам это чувство может рассказать о нас самих, об этой непростой ситуации, в которой мы оказались, и о других людях. А также мы вместе постараемся рассмотреть, как конструктивно прожить и выразить это чувство. Ну и в завершении каждого видео мы постараемся дать вам конкретные приемы, как можно заботиться о себе и помогать себе в различных жизненных ситуациях. Итак, друзья, приглашаю вас исследовать свои чувства, в том числе и негативные, вместе с нами. До новых встреч. Всем пока.